Привет, друзья, с вами Татьяна. Мы с вами пойдем сегодня в Зару. Здесь, конечно, идут скидки, но мы с вами посмотрим новую коллекцию. $600, $22. Есть еще горошек, что-то новенькое для Зары, по-моему. Платье $1348. Куртка тоже $1300. Для осени предлагаются шорты. $900, $33. $700, $25. Есть такие черненькие, такого болотного цвета. Горох $300. $11. Платье $2000, $74. Это вот тоже $300. $700, $25. $1000, $74. Ой, неправильно, $37, девочки, извините. $1300, $48 такого платьица. $1000, $37. Брюки $800, $30. $1300, $48. $1500, $55. Вот такое платье под твид. $900, $33. Такая же цена. $1000, $37. $700, $25 кошелек на цепочке. Манипусенький, манипусенький. $1500, $55. $900, $33. Такое блестящее все. И такое вот. Это еще такие укороченные, обрезанные курточки. $1500, $55. Вот такой манекен. Шляпа $1300, $48. $1000, $37. $1500, $55. Еще вот такие здесь товары есть. $1300, $48. Футболка $500, $18. И это тоже $500 с красненьким. Рубашка с принтом $1300, $48. $2000, $74. Такое платье под сафари, платье-халат. $900, $33. $2000, $74. Такой неплохой цвет. И покрой мне понравился. С разрезиками. Погончики. $2000, $74. Тоже, видите, такое платье под сафари. В общем, очень много одежды в натуральных тонах, природных. $900, $33. Такое платье черное. $2000, $74. Комбинезон. $1500, $55. Красные ботиночки. $1400, $52. Джинсы. $1300. $48. Узкие, широкие штанины, мам джинс. Ну, в общем, есть разные. Такие вот футболочки здесь есть. $1500, $55. И такое $1500. $2000, $74. $1348. $1000, $37. $1500, $55. Такое припыленное роза цвет. $1300, $48. В общем, Зара уже завезла хорошую коллекцию. Много всяких вещей. $1300, $48. Это же, девочки, летняя коллекция. Наверное, вот такая блуза должна относиться к летней коллекции. Ну, завезли как новая.
у Зары полным ходом еще идет лето. И правильно. 1500 гривен, $55. Такая вот рубашка. Низ такой. Такие шортики необычные. 900 гривен, $33. Такая вот рюша тут. Любите полосочку. 1000 гривен, $37. Вот такой лук составили. Футболка 600 гривен, $22. 2000 гривен, $74. Белые брюки с лампасами, 1500 гривен, $55. 2000 гривен, $74. 2000 гривен, $74. 1500 гривен. Такая вот юбочка, $55. Неплохо пошита, строчка очень ровненькая. Такие вот сумочки и обувь. 1300 гривен, $48. 4600, $170. Прям уже осенью повела. Темное пальто. 2000 гривен, длинное платье, $74. Тоже 2000 гривен. Такие пуговички здесь. Интересное, необычное платье, по крайней мере. И цвет такой болотно. Жилет 2300, $85. А под ним было вот это вот платьице рубашечного такого кроя, покроя. 1500 гривен, $55. Оно белое на самом деле. Камера почему-то сделала его желтым. Ой, опять. Кроссовки 2000 гривен, $74. 1500 гривен, $55. 1300, $48. И это блуза 1300 гривен. Рубашка 1500 гривен. Твидовый пиджак 2300 гривен, $85. Платье 2000 гривен, $74. Вот такая еще есть блуза. Леон 1300 гривен, $48. Девочки, очень много вещей таких спокойных, природных тонов. Так что, если вам нравятся такие, приходите, выбирайте. Или нет. 1300 гривен, $48. С лампасами. 1300 гривен, $48. Это лен. Есть еще вот пиджачки льняные такие. 2800 гривен, $104. 1000 гривен, $37, извините. 2000 гривен, $74. 2000, $74. 1500 гривен, $55. И вот это тоже такая же цена. 1000 гривен, $37. Такие легенькие. 2000 гривен, $74. Такое платье, рубашка. Ну вот, девочки, я показала вам ассортимент Заре. Конечно, нужно приходить, мерить. Кое-что мне понравилось, особенно льняные вещи. И идут, естественно, еще скидочки. Так что решайте сами, что вам покупать. Пока, мои дорогие. С вами Татьяна. Подписывайтесь, вам не трудно, а мне приятно. Пока-пока.